всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Каркарыч, Васаби, Саймон, Котик, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас школа, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Карта очень большая, наверное, даже сказать небольшая, а очень много здесь кабинетов и классов, по которым придется мне ходить и каждую дверь открывать и проверять, кто там ныкается. Пацаны, ну что, пока дойду до класса, мы уже начинаем, я иду искать. Подожди, это я такой звук конченый издаю? Понял. Димас, я сделал себе план эвакуации, я разбил окно. Красавчик, а я тебя успею убить. Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Ролики записываем каждый день. И стараемся записать что-то очень интересное. Знаете, что я сделаю? Я сделаю от первого лица, чтобы вас быстрее было убивать. Димас, хочешь прикол? Тут еще есть подвал. Да ладно, еще и подвал есть. Огромный. Да как я вас буду искать? Димас, дам тебе поставить каску. Я посрался, все, убегай. Это либо Чика, либо Голден Фредди. Одной. Голден Фредди, я видел. Он бежал за кем-то. Заходим в школу, заходим в школу. Или, Димас, ты где? Так, а ты где? Я? Есть! Я на карте. Да, блин, так нечестно, я не могу через это пролазить. Тихие бой. Блин, говно, я не могу тебя догнать, ты очень быстрый. Так в смысле, я Пикачу, ты меня еще ни разу не... Я знаю, но не могу тебя догнать. Диман, слушай, да я бегаю, знаешь? Да знаю. Я бегу. Так, если мне будет тяжело, я возьму тогда аниматроников с другого пака. Все, ребята, я взял. Кого? Я взял бомбейского аниматроника, вам понравится. Это же не эндерскелет, да? Уже нет. Так, мне главное одного найти, как-нибудь. Какими-то... Это же Унвизер, Чика или Фредди, любой. Димас, тебе поддаться? Не надо. А как? Отлично, ну вот так вот. Я же в невидимке могу быть, смотри. Я нашел подвал. А в подвале там классно? В подвале тут все разрушено. Да? Я вот сейчас зашел, а тут лежит это какие-то... Я застрял. А, нет, я не застрял. Димас, а у меня вторая попытка есть или все, я должен стоять? Накрыли. Бери аниматроника и мочи вместе с мной их, ищи. Окей. Он увидел меня в темноте и тикать начал. Так и было это. Я взял гравипушку и хотел взять вон те дозы, и перед собой поставить, чтобы никто ко мне не мог. А ты увидел меня, да, в темноте, что мой ник подсвечивался? Нет. Нет, блин, зачем я спалился, надо было дальше сидеть. Так, ну что, три аниматроника против двоих. Пацаны, мы должны их замочить. Хорошо, я лучше вылечу, сильно долго мне идти. Мы же веселимся. Каркарыч, ты что, застрял? Так, Пикачу, бери аниматроникса. Из Full RP 2 вы... Давай, вместе будем. Все я их всех убил. Вот, давай, всех двоих? Я их, да. Хорошо, это давайте тогда... Кого последнего мы нашли? Каркарыча. Каркарыч, давай, теперь ты будешь нас искать, а мы прячемся. Спасибо. Так, не летайте за мной, вы меня палите мое местоположение. Это мое местоположение. Не-не-не-не. Да-да. Там какая-то Пихачуха бегает. Ага. Ты что на меня тыкаешь, блин? Да, я в окне буду. Так, сейчас. Готовы? Нет, стой, секундочку. Окей. Секундочку. Блин, как назло, почему здесь карта низкая такая? Блин, я подвал потерял, Дима. Все, я запрятался, ищи нас. А я пойду дальше. Запрятались мы или нет? Молодец, Димас. Да, что запрятались летает? Все, не ссы. Димас летает. Но это не точно. Нет, я сижу уже на нычке. Он сидишь уже. Там какая-то штука летает у нас, кто-то из наших летает. Так. Управлять. Я, короче, я нашел нычку! Печка помогите! Летает. За мной этот бегает. Мочи его. Я забыл установить карту, теперь у меня эрорки, и я могу сквозь стены. Ну так нечестно. Ну ладно, не буду этим пользоваться, то я буду смотреть в окно. Так, пацаны, а где вы ищете? Я хочу духовкой вас посмотреть. Нашли? Мне кажется, он не убивает. Так как это все убивается? Так, давайте посмотрим, бессмертие включено. Все убиваются, мы тестируем. Я ж мочил так, а что у вас? Ты просто не попадаешь, видимо, надо под текстуру немножко целиться.
как в прошлый раз. Я... Так, я вижу тебя. Привет. А чё ты сидишь? А что мы все это ящики? А можешь предметами управлять, а сидеть на нычке в другом месте. Вот они друг друга мочат, смотри. Давай, давай. Ха-ха, полетел. Это сложно. Бешеная марионетка. Ты же не можешь прицелиться в него? А ты от третьего лица или от первого играешь? О, отлично. Иван, знаешь, как я могу? Я могу в подвал, короче, залезть, взять гравипушку и его избить ящиками. Красава. Так, марионетка стала невидимой. По-любому куда-то идет и меня найдет. Под... Крыса, крыса. Так, давайте, пацаны, еще кого-нибудь поищем. Так, вижу, вижу, аниматроника берет. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Я духовка бешеная. Так, бери аниматроника, помогай ему. А в смысле у меня дверь не открывается? Это у нас проблема. Беги, наверное. Беги! А, там жоп? Там Nightmare. Так, так, так. Там смерть, пацаны. Да, пацаны, я иду. Смотри, где они ходят. Кто-то бэйби взял. О, это вообще бэйби. Сильно сейчас будет. Нет, бэйби, которая... Нет, это марионетка. Ха-ха! А че раньше подожди, не знал? Подожди, а ты летающий этот? Не, я собака. Духовка. Манюсенькая. Ой! Я уже все, духовка улетела. А кто я бэйби? Прибавить? Кто бэйби? О, пошел в ж... Пацаны, я внутри в школе, ищите это? Меня. Нет. А кто бэйби-то? А я в окно погляжу, здесь так хорошо. Ой, вот это нычку я могу делать, этой собакой. Пацаны, если... Да, я на крышу, вы меня никогда не достанете. Вы меня не найдете. Не будь уверены в этом. Ой. Мне конец. Тут скрэп-бэйби у меня есть ТП. Так. Я тоже на нычку сейчас прибегу. Димас? Да. Помоги. А как тебе помочь? Почему? Почему тут стиральная машина летает? Не знаю. Так, я поднимаюсь наверх. Чпоник. Так, никого не вижу. О, вижу, гоняется. О, привет, как дела? О, Дима, ура! Давай будем тут ныкаться. Мы убежим, я верю. Знаешь, куда, если что, бежим? Куда? Сейчас. Видишь кусты вот здесь вот зеленые? Они тут-то! Оп. Беги! Нет, я убежал. Вот говно, я думал, он меня не увидит. Ладно. Я выиграл? Ну, я не знаю, кто остался последний. Я остался. Ты еще живой? Тебя нашли? Нет. Да, я тебя видел, мне надо тут. Ты видел, но ты меня не убил. Привет. Так, пацаны. А, я получается, выиграл тогда. Что получается, мы всех нашли или нет? Да, всех, я его убил. Я такой день первый, ой, самый последний. Ну что, битва аниматроников запилим? Давай. Ну что, давайте, берите аниматроников. На счет три начинаем. Подожди. Раз, два, три. Погнали, битва пошла. Ого, Фокси бегает. Ты дурак, что ли? Нет, я умный. Так, да я вижу, ты кузяком вверх прыгаешь. Я тоже так хочу. Ничего себе. А что за там бонька? Там бонька. Я убиваю одного. Ого, у тебя жизни. Так нечестно. А чё сразу я? Так. У меня 9000. Ничего против Дима. Иди сюда. Я, короче, убийца аниматроника. И меня тоже замочили. Подожди, я тебе сейчас отомщу. И гидро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.